Создается совместное предприятие для передачи зеленой энергии из Каспийского моря в Европу. Новая структура создается при участии системных операторов Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии и станет ответственным органом за реализацию проекта. Соответствующий меморандум подписан сегодня в Бухаресте на 4-й встрече министров стран-участниц. Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами 4 стран. Азербайджан на мероприятии представлял министр энергетики Первиз Шахбазов. Во встрече также принимали участие представители Болгарии и Европейской комиссии. При этом технико-экономическое обоснование начального этапа проекта будет готово уже в октябре этого года. Соглашение о прокладке ЛЭП от берегов Грузии до Черноморского побережья Румынии подписано 17 декабря прошлого года при участии президента Азербайджана, премьер-министров Румынии, Грузии и Венгрии в присутствии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Подводная линия мощностью до 1000 мегаватт протянется почти на 1200 километров. По ней производимая в Азербайджане зеленая энергия будет поставляться через Черное море в Румынию и другие европейские страны.